Еще 32-й сессия Гандонская ярмарка проводится в онлайн-режиме. Приглашается покупатели из всего мира зарегистрировать и посетить. Мы внимательно следим за потребностями покупателей и продолжаем совершенствовать функции официальных сайтов, чтобы помочь повысить эффективность сетевых поставок и закупок. Онлайн-платформа данной сессии Гандонской ярмарки работает в течение 5 месяцев. В этой связи у вас больше времени для раскрытия возможностей бизнеса. Наши новые друзья, только зайди в сайт и нажав на кнопку регистрации, ввести свои данные, и все готово. Старшие друзья могут зайти по номеру пейджа покупателей или войти со существующей ученой записи. Вы также можете войти в систему обмен сетевым нишей с помощью своей личной аккаунт в социальных сетях. Войдя в систему по категории товаров, формату ведения бизнеса и целевому рынку и другие параметры, вы можете искать экспонаты, которые наиболее полно соответствуют вашим потребностям. После того, как вы нашли свои интересующие экспонаты, вы можете открыть окно чата и пообщаться мгновенно с экспонентом. Отправление и поручение документов, обмен визитками – это легко. Расширение масштаба, увеличение срок обслуживания, оптимизация онлайн-функций и больше возможностей для бизнеса. Давайте встретимся на 132-й сессии Гандонской ярмарки.